Ну а далее о спортсменах, которые, несмотря на юный возраст, уже добились отличных результатов. Первое в истории золото выиграли юные баскетболисты Краснодарского края. В Славянске на Кубани прошел финал первенства страны среди юношей. На площадке сошлись воспитанники «Локомотива» Кубани и «Енисей» из Красноярского края. Понервничать в финале пришлось болельщикам с обеих сторон. В начале кубанцы проигрывали 20 очков, белоголубые из Красноярска забивали мяч за мячом. Но постепенно разрыв уменьшался, и буквально за несколько минут наши ребята набрали 11 очков. Мы вырвали этот кусок мяса, который уже был во рту у Енисея. Мы знали, что мы можем быть чемпионами. Все быстро случилось. Игра получилась яркой, напряженной. Решающий мяч баскетболисты Лока забросили буквально за несколько секунд до конца игры. Итоговый счет 78-75. Для кубанских баскетболистов золото российского первенства – заслуженная и долгожданная победа. В нашем регионе очень серьезно развивается детский и юношеский баскетбол. Только на сегодняшний день в 267 детских спортивных школах играет баскетбол более 15 тысяч детей школьного возраста. Это огромнейшая цифра. Победителей наградили медалями и подарками. За напряженную и яркую игру вручили спецприз от губернатора и обладателям второго места команде «Енисей». Третьими стали юные баскетболисты из Санкт-Петербурга. Они обыграли москвичей.